У Заворотнюк появились шансы на выздоровление. Родственники актрисы скрывают ее состояние, потому что боятся спугнуть удачу. Друзья семьи Анастасии Заворотнюк связались с пиар-директором актрисы Мариной Потаповой. Она рассказала о состоянии больной раком звезды, и новости оказались удивительными. Вполне может оказаться, что новости о крайне тяжелом состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» – лишь ничем не подтвержденные слухи, так как родственники хранят молчание. Потапова говорит, что Заворотнюк пошла на поправку и, более того, есть шанс на ее выздоровление. Директор Насти долго молчала, не отвечала ни на сообщения, ни на звонки, а сегодня наконец ответила. Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем шансы не маленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось. Она вышла из комы. Врачи обнадежили, что, возможно, Настя выкарабкается, рассказала подруга Анастасии. Также врачи оценивают состояние Заворотнюк как стабильно тяжелое. Первостепенная антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. Артериальное давление также поддерживается с помощью специальных препаратов. В общем, актрисе проводят инфузионную терапию. Так врач описал лечение. При этом только вчера, 18 сентября, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин писал, что состояние больной раком звезды сериала «Моя прекрасная няня» крайне тяжелое, и сделать, мол, ничего нельзя. Врачи уже все испробовали. Якобы еще год назад у Заворотнюк слишком поздно обнаружили рак головного мозга, глиобластому. После операции и лечения за рубежом ей стало только хуже. В сентябре она попала в реанимацию. У 48-летней актрисы, по слухам, начался отек головы. Актрису частично парализовала, отказывают все органы. Но недавно она якобы пришла в сознание. Мы же желаем скорейшего выздоровления этой замечательной актрисе.